Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео разберем и познакомимся еще с одним таким замечательным сервисом, платформой XCPrint, изготавливает на любую вещь, которую вам надо. Да? Вы можете сами самостоятельно на футболке что-то наклепать, да, свой дизайн, надпись, и заказать эту футболку. Они пришлют вам, в общем, персонализированные вещи здесь делать, да, позволяет этот сайт. Но мы его будем использовать как конструктор. Он предлагает бесплатный здесь конструктор со всякими шрифтами, шаблонами, подушек и, в общем, еще некоторые аксессуары, которые сразу, ну, сохраняются в формате нужном по размере, и чтобы их наносить на другие продукты, сервисы, печати по требованию. И тут что хорошо этот сервис, да, вы сразу, когда проектируете дизайн, вы, например, для кружки или для футболки будет сразу на макете там проектируете, как он будет на футболке смотреться. В общем, на любом продукте, для которого вы делаете, очень удобно, да. Давайте маленько так познакомлю, когда вот так сайт. Ну, что-то знает. Я сам для себя узнал недавно об этом сайте. И вот решил поделиться. Тут в дизайнах, как их изготавливать, вот видео я и делал. Так, этот сайт. Творческая лаборатория себя называет, как бы, персонализированных подарков, да. Вы можете, то есть, создать, как я и говорил, любой персонализированный продукт со своим дизайном, аксессуарами, заказать эту футболку или что там, кружку, и все, или отправить в подарок, ну, для зарубежных пользователей, да, в основном, чтобы создать индивидуальный, вот, Европа, Соединенные Штаты, но это, как бы, не для российской публики. Тут есть видео, да, как они показывают, как вы можете здесь создать, да. Но я что заметил, да, вот, например, футболку, да, я хочу открыть. Нет. Перейти на футболку, да, типа заказать, сделать. Я заметил этот сайт, у него скрипт, и, то есть они перенаправляют, да, вот у меня есть видео о платформе такой, как SpeedShares, да, то есть зарубежный, вот, ихний конструктор, да. Также там магазин свой открываешь на этой платформе, и получается вот такие уже все полностью. То есть они, видать, это, может, компания даже SpeedShares, это ихний сайт, они перенаправляют, вот так делают. В общем, ну ладно, сейчас не об этом, да? Вот, как я говорил, да, вот текст персонализированный, человек заказывает все, купил со своим дизайном. Ладно, нас интересует само проектирование дизайнов, да? Вот она, это заветная кнопка. То есть тут создавать можно, не обязательно регистрироваться, там что-то вводить, свои данные, карты, там еще что. Все, вот, вот они все продукты, на которых вы можете поэкспериментировать со своим дизайном, который вы хотите создать. Это просто как бы, это, если дизайн для футболок, он в таком формате вот выходит, в таком размере, да. Но вот можно на него вот сразу перейти вот так, допустим, да. Если вам не для дизайна, для футболок надо, то можно вот так сразу перейти. Но я буду показывать, как в качестве примера использовать самую для нас всех удобную. Это футболочка. Вот она, да. Например, мы будем дизайн для футболки типа делать, да. Ну, выберем черное, чтобы более видно было, да. Вот. Смотрите, здесь вот free их изображение есть, да. Но они, чтобы их использовать, они, видите, с фоном, да, нам зачем такие на футболке не пойдет, да, если для чего-то другого, для подушки там, или что. Мы, например, вот загрузим свои, я вот свою загружал, делал дизайн, пробовал, и уже разместил на Амазоне его. Вот это, да, ну, я что показываю, нажали, загрузили, да, допустим, все, вот мой дизайн такой, да, все, вот он конструктор, прикольный какой. Все, я, например, вот так, да, сделаю. Все, нас все устраивает, допустим, да. Теперь нам, соответственно, текст нужен, да. А, ну. Вот там. Я, конечно, не буду создавать сейчас. Так, примерно покажу, да. Вот он. Merry Christmas. Я считаю, это для тех, кто вообще фотошопом не может пользоваться, да, это вообще подарок, да, это очень удобный, да,
конструктор такой, я сам здесь начал делать, не понравилось, я буду делать. Хотя в фотошопе типа кое-что понимаю, но это очень прикольный, да? Вот они, цвета буф, там всякие, любые можете добавить. Вот, нажали сюда, добавили какой-то еще цвет там. Вот там, поигрались, короче, но мы не будем. Вот, да? Вот уже дизайн создается, да? Там, ну что я еще? Я вот наподобие такого дизайна создавал вчера. Что там? Вот, Merry Christmas, да, типа. Вот так. Все тут, любой формат, да, все как надо. Я вот создал наподобие вчера такого дизайна, очень удобно. Всякие прикольные штучки сейчас еще покажу, да. Ну, я так быстро вот создал, типа, да. Все туда-сюда. Ну вот так, да, наподобие. Тут видно, да, вот что удобно, да? Ни в одном конструкторе, да, сколько у меня есть видео, нет вот такого, как удобно смотреть, как это на футболке будет выглядеть, на кружечке там, например, да? Как вам надо, уже будете знать, как выглядеть это будет, да? Ладно, смотрите здесь, сколько шрифтов, да? Допустим, надо еще шрифт, вот сюда нажали, и на там категории или что там, ключевое слово ввели, да, какое он, на тему какую надо, вот, выбрали, да, добавили в конструктор этот шрифт еще один, да, вот, всякие прикольные есть, как в фотошопах, да, делаешь, тут сразу нажал, уже готовый, такой изогнутый, ладно, все, вот, темплейт, вот что есть, тут тоже по категориям они, да, фри, бесплатные, вот, написано уже фри. Ну-ка, что здесь? Оп. Вот. Ха. Видите, готовый шаблон. Сразу. С горами. Тут уже, то есть, можно под себя подстроить. Ха. Уже там цвет поменял, да? Тут другое там подписал, шрифт изменил уже, все, ваш уникальный дизайн, да? Так, ну ладно, не будем на этом останавливаться, дальше посмотрим. Я так ознакомливаю, да, советую. Я сам вчера занимался, понравилось мне очень. Конструктор такой удобный, да, вот всякие вот звездочки, да. Ну, как бы уникализируешь дизайн, да, можно всякие выбрать, что кого там. Проэкспериментировать, очень прикольно. Смотрите, здесь сколько всяких удобных шаблонов и элементов, все что хотите, цвета. В общем, тут, вот они как это слои, да, можно вот там убрать этот слой, например, да. Но натуральный фотошоп очень удобный, не надо ничего скачивать. Клипарты, вот еще прикольные штуки. Смотрите, сколько здесь. Ну, конечно, это все можно, оп, добавил, и изменять, чтобы как бы более уникализировать, да. Вот, вот, видно, да, вот они наши. Смотрите, здесь сколько всяких шаблонов, да. Вот тут они тоже по категориям, да, вот фри, да. Смотрите, животные есть. Вот, на любую тематику, да, здесь можно создавать спорт. Сколько всяких элементов. Да, полно. Прикольные всякие эмодзи или как их. В общем, элементы на любой вкус. Экспериментировать можно, как любой дизайн, какой хочешь. Вот, да, про что я говорил. Ну, все создали, да, когда дизайн, да. Don't love. Все. Все, он скачивается в формате вот 4500 на 5400. Это в основном добрый конструктор для Merch by Amazon, но для других платформ можно использовать, для футболок. Они в основном стандартные. Redbubble, Tpubli, там Speedshares. И все, и у вас уже готовый дизайн.
Все, мы его сохраняем. Все размеры нужные уже подобраны. И что здесь классно, тоже скачиваешь в формате PNG без заднего фона. Ну, в Canva, конечно, тоже классно все это делать, но там бесплатно только версии можно, но и в платной. Если бесплатной, то там дают на 30 дней, а надо за это платить, чтобы скачивать прозрачным фоном. В общем, вот так. Вот, да, наш дизайн, все, он готовый. Сразу его можно клепать, идти в сервис, печати по требованию и клепать на любой продукт. На кружку, на сумку, на подушку, вот, очень удобно. В общем, я ссылку оставлю на этот сайт в описании под роликом. Переходите, сами ознакомьтесь, пробуйте, щелкайте, создавайте дизайны, разбирайтесь, читайте. Кому что непонятно, пишите свои комментарии, что вы думаете об этом конструкторе, как он вам, знали вы об этом или нет. Тоже интересно послушать. Ну, что, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Всем удачного онлайн-бизнеса, всем пока.